Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании Tikmeo. С вами я, Артур Изиатулин. Последние данные, которые у нас пришли по американской экономике в пятницу, неожиданно показали, что это не рынок мог забежать далеко вперед, а наоборот, данные могут сейчас отставать от рынка. И явственно это показал отчет Non-Farm Payrolls, да, отчет по занятости в США, ипотечные заявки, а также продажи автомобилей. Значит, позитивный отчет по рынку труда, создание рабочих мест США. Данные вылезли далеко за тот спектр оценок, которые давали экономисты, даже вышли за пределы самых смелых оценок экономистов в том, как сильно может отскочить занятость после того, как экономика начала перезапускаться, как режим самоизоляции постепенно начали что-то отменять. Значит, данные показали, что число новых рабочих мест составило плюс 2,5 миллиона, при этом консенсус, прогноз был у нас минус 8 миллионов. Как видно, у нас здесь произошел такой V-образный, наблюдается такой V-образный паттерн, когда вот в апреле число рабочих мест, ну, ясно из каких причин, резко упало, и затем вот в мае, вопреки всем оценкам, пессимистичным, оптимистичным, создание новых рабочих мест превысило все вот эти ожидания. Что касается динамики продаж автомобилей и ипотечных заявок США, также данные на прошлой неделе показали, что наблюдается поразительная устойчивость потребительской уверенности в США. Это все говорит о том, что масштабные, массивные вот эти социальные трансферты, которые организовало правительство населению, эти все деньги, они пойдут именно в расходы, а не в сбережения в частные, что критически важно для запуска маховика экономики в такое вот время, да, когда компаниям нужны продажи, чтобы, собственно, оплачивать труд, чтобы нанимать работников, но для этого потребители не должны, будем так говорить, скупиться, должны тратить, что должно поддерживать компании вот в таком вот этом цикле с положительной обратной связью должно поднимать снова экономику. Порция чрезвычайно таких вот позитивных стат данных возвращает вот это пресловутое V-образное восстановление из области маргинальных таких спекуляций в чуть ли не базовые ожидания сейчас, что в принципе привело нас к росту всех фондовых индексов в пятницу, который продолжается за исключением вот этих двух, французского и индекса Stoxx 50, все остальные у нас индексы сегодня плюс, азиатские, затем и европейские, S&P 500 у нас, можно видеть, фьючерс также сейчас торгуется в плюсе. К отчету Non-Farm Payrolls, к отчету по занятости можно, естественно, придраться, откуда взялись вот такие цифры шокирующие. Можно заметить, что департамент, который, собственно, выпускал этот отчет, они указали, что вот, возможно, ошибки есть в подсчете данных сейчас. Некоторые работники могли ошибочно быть классифицированы как занятые, в то время как они безработные. Также вторая возможность оспорить эти данные – это то, что существует специальная программа заимствований для фирм, которая направлена на то, чтобы удержать работников, собственно, сохранить рабочие места. Правительство позволяет фирмам брать беспроцентный кредит, и при условии, что 70% этого займа будет направляться на оплату труда, и даже, оказывается, можно этот займ не возвращать при выполнении достаточно простых некоторых условий, что создает, естественно, стимул для компаний брать эти займы, да, получать эти займы, сохранять рабочие места, так как, собственно, потом у них появляется возможность списать эти долги, не платить по этим долгам. Это выгодно, конечно, это часть фирм, возможно, привлекло, чтобы
как-то получить доступ к вот такой вот ликвидности, да, достаточно дешевый, можно сказать, вообще бесплатный, да, они вот пошли на такие меры, что искусственно сохранили рабочие места. Но все равно такое вот сильное расхождение с консенсусом по прогнозам в минус 8 миллионов очень трудно оправдать с лишь этими двумя факторами. И все-таки нужно списывать такой резкий рост на то, что действительно есть позитивный тренд, несмотря на то, что есть повод придраться к данным. После таких новостей, естественно, чтобы развернуть нисходящую динамику в долларе, да, которую вот мы наблюдаем, индекс движется у нас, двигался на прочной деле к отметке 96 пунктов. Чтобы развернуть эту тенденцию, особенно тенденцию ослабления доллара против проциклических валют, это те валюты, которые растут, когда экономика мировая вступает в фазу подъема, собственно, и чтобы этот тренд развернуть, нужен серьезный шок из области реальных угроз нового национального локдауна в США или какой-нибудь неосторожный намек от ФРС в плане сворачивания стимулов. Ближайшее заседание у нас намечено на среду, вот, собственно, к нему будет приковано внимание, но маловероятно, что вот два этих события произойдут. Собственно, поэтому взгляд на доллар у нас остается медвежий с этой точки зрения. А позитивных новостей по нефтяному рынку, по нефти было также очень много на выходных, было в избытке, и поэтому цены сегодня продолжили рост. Ну, сейчас видно, да, то, что они развернули немного, часть роста потеряли, скорректировались. Что касается вот этих новостей, самый главный из них, самый большой, это, естественно, был итог, исход заседания ОПЕК+, на котором участники сделки договорились продлить действие текущих ограничений на добычу в объеме 9,7 миллионов баррелей в день до конца июля, то есть еще 2 месяца получается. Альянс также преодолел ключевое противоречие сделки, это то, что некоторые участники, там есть такие традиционные халтурщики, которые договариваются сократить добычу, но не следуют этим договоренностям, сокращают меньше, чем предписывается. Вот такой традиционный халтурщик – это Ирак, который очень часто не придерживается этих соглашений. Ну, собственно, договорились снова страны как-то контролировать вот таких вот участников, да, халтурщиков. Как, собственно, будет проходить compliance, да, вот этот, как они будут компенсировать вот этот недобор за предыдущий месяц, об этом во всем они договорились. Ну, учитывая, что механизма контроля над исполнением вот этих договоренностей у картеля все равно нет, у Ирака все-таки будет стимул к тому, чтобы отклоняться от этих соглашений, снова не добирать по вот этой квоте. По ограничению добычи будет стимул отклоняться от договоренности. Поэтому, ну, собственно, так как вклад Ирака небольшой в этом плане, то все-таки участники, будем так говорить, закрывают на это глаза, получается. За итогами встречи последовала другая позитивная новость. Это то, что Саудовская Аравия, она подняла официальные отпускные цены на июль для всех регионов, для всех потребителей, на все сорта нефти. Это стало большое событие, которое рынок всегда интерпретирует как то, что производитель считает, что потребители готовы платить больше, а значит спрос на нефть растет. Это должно восприниматься как обычный такой позитивный сигнал. Что касается погодных условий, шторм Кристобаль, да, он вынудил остановить добычу в Мексиканском заливе на плавучих платформах. И вот последние данные показали, что объем сокращений составил больше 600 тысяч баррелей в день. Это более чем 30% производства в Мексиканском заливе, что, опять же, это бычий фактор для цен. А на стороне спроса порадовали, конечно, данные по Китаю, по импорту нефти в Китай. Показали они, что страна импортировала на 15% больше нефти в мае по сравнению чем с апрелем. Вот такой вот резкий рост произошел импорта нефти. И, естественно, однозначно интерпретировать эти данные не получается, так как
есть такая интерпретация, возможно, это посчитать как шаг Китая в плане инвестиций в запасы, именно покупок дешевой нефти, когда вот есть, представляется, такая возможность. И, собственно, это снижает шанс, заставляет пересмотреть вероятность того, что именно потребительский спрос, именно рост экономики вынудил Китай увеличить импорт нефти, а не, как часто это наблюдается, административные меры или какая-то стратегический шаг, да, Китая в этом плане. Медвежий элемент во всем этом новостном фоне по нефти – это то, что в Ливии ситуация по производству нефти изменяется в положительную сторону. Производство в Ливии растет на самом большом месторождении Эль Шарара, добыча возобновилась нефти, и вот предсказывается, прогнозируется, что в течение 90 дней добыча вырастет на 30 тысяч баррелей. До гражданской войны, до вот этих распрей, да, которые наблюдаются в Ливии, добыча составляла страны 1 миллион баррелей, поэтому есть стране, куда расти, и это, собственно, вот ожидание этого устойчивого роста, они, конечно, несколько могут расстроить нефтяной рынок. Ну, собственно, все равно вот баланс новой оси сейчас для нефти смещен вверх, поэтому стоит рассчитывать на продолжение роста, скорее всего, после небольшой коррекции. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.